Было показано видение. Господь показал мне Амин Жил Фаландус, лицо женщины с раздутыми губами. И настолько губы были уже раздуты, кроманту скала. И так говорит Господь: дети мои, когда приходите на это место, очистены ли уста ваши? Ибо, как я вижу, многие с нечистыми устами переступили сей порог. И долгие годы, Амин, поднимают выю свою, и уста свои не обуздывают, и думают, что разговоры их, Амин, принимаются, Амин, Алфадус, и прощаются. Но я говорю, Амин, обуздай уста, народ, обуздай. Ибо если я буду обуздывать их, многим будет очень трудно, и великие тяготы придут на дома ваши, на семейство ваше. Что скажешь тогда? И тогда будешь поднимать ропот и негодование. И Амин говорит Турфадос, говорит другим, что те виноваты или другие виноваты. Но та говорит Дух Святой: не ищи виновных, народ, не ищи. Ибо вину твою принесу пред лице твое, и буду обличать тебя и наставлять тебя. Ибо время, Амин, скудное наступило для тебя. Время, когда, Амин, изобилие хлеба буду обрезать, говорит Дух Святой. Не всегда будешь жить так, как ныне, в праздности. Праздность удалю у тебя, и пиры прекращу, кромантус, ибо я Бог твой, и судилища мои уже пошли на всю вселенную. Многие узнали, Амин, лице мое. Многие придут в покаяние, из мира сего придут. В трепете и в страхе будут бежать на алтарь мой. И я буду принимать таковых, и буду одаровывать их и ставить на служение. А ты будешь клеветать, а ты будешь говорить устами, а ты будешь стоять в стороне. Ибо та, говорит Дух Святой, задай вопрос, человек, себе, дабы не восхитил я венца твоего, ибо я Бог твой, до ревности возлюбил. И ныне я осматриваю место сие, сидишь на месте сем, и ведешь свои судилища, кромантус, и на месте в сердце селфаланду своем сем обличаешь других, и говоришь так, вот так, не видя себя, вникни в себя, человек, ибо ты черепок из черепков. А если завтра восхищена будешь жизнь твоя, что скажешь тогда пред лицем моим? Поздно будет обновлять, Амин, обеты, поздно будет поправлять светильники, ибо та, говорит Дух Святой, бодрствуй, народ, особо бодрствуй за устами, дабы они были припоясаны истиной, дабы чресла твои были припоясаны, дабы светильник твой горел, и запас масла был ежедневен, ибо я, Бог твой, я буду спрашивать за каждый прожитый день, за каждый час и за каждое слово. Разумей, какому Богу ты служишь, дабы не было у тебя легкомыслия, дабы ты не ходил на сие место показать себя, как бы в лучшем свете, лицемер. Сними свои одежды, которые ты одел, дабы прикрасить плоть, а не знаешь, что сердце твое уже, Амин, а у мене фламантус обремено грехами. Но ныне время, дабы освящался ты, народ, и не смотри, и не суди тех, которые вышли наперед, и не говори, что они грешнее тебя. Нет, говорит Дух Святой, ибо их сердец уже касается Господь, и на этом месте я буду, Амин, содрогать тебя, я буду говорить к тебе, к совести твоей, дабы ты, Амин, был облечен мною, ибо я любовь и милость, которая провознеслась над судом. Так говорит Дух Святой, хочу всех взять в свои объятия, хочу понести, хочу укрепить, хочу посетить, хочу потоки благодатного дождя еще пролить, но ты не готов, не готов. А так, Армене Фламес, говорит ныне Дух Святой, дабы ты стал в готовность. Время близко, и вот за сем идет еще сильнейшая беда на всю землю, ибо человек замыслил нечто, и Армене Фламес, план человеческий, это замысел врага, который будет действовать на всю землю, и будут еще запреты, они будут коварны, Амин, они как сети будут разлагаться, Амин, на всякое место. Многие будут ходить в недоумении, задавать много вопросов, но человеческий разум не способен развязывать сии вопросы. Если ты, народ, будешь задавать вопрос мне, я открою
открою, почему так происходит и что ждет тебя впереди, дабы ты не страшился и разумел, что время близко, солнце идет к закату, земля будет содрогжена грехами, амин, будет Мелфоланду сметаться, как маятник, но вот, амин, еще будет некая смертность и некие болезни, которые уже запланированы, уже поставлены, уже приготовлены, дабы преподнести для человеческой плоти, но сила Божья, она имеет власть ограждать твои домы, ограждать твои семейства, твои, амин, алфадус, амин, хранилища, твои, амин, житницы, благословлять, дабы ты жил, амин, в изобилии. Нет, не желаю, амин, не желаю, чтоб ты страдал, не желаю, чтоб плакал, амин, в недоумении ходил, желаю, дабы ты мне служил и ровно ходил предо мною, для сего возвещаю тебе это время, чтобы ты, Господь, говорит, поправил светильник свой и стал велико-велико на страже сердца, так говорит Дух Святый. Аминь.